Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 6 не включается, то самая распространенная неисправность – это выход из строя аккумуляторной батареи, либо контроллера 3STAR. Но также бывает, что выходит из строя контроллер питания, либо его обвязка. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока!